Всем по привету, ребятки, всех с пятницы, ребятки. Вот скупился в Лидле на 30 евро, ребятки. Я знаю, вы все просите говорить цены. Я постараюсь сейчас говорить цены на покупки, то есть на товары. А в понедельник я пойду и уже буду снимать по отделу в Лидле, прям, чтобы вы все видели, фиксировали и себе там на ус наматывали. Так, вот, начинаем мы с кукурузки. Кукурузка у нас 27 центов, вот такая вот. 27 центов. Дальше, такая пицца Маргарита, 2,99. Это сын захотел попробовать. Как бы это дороговато, я считаю, дороговато. Ну, надо что-то новое тоже пробовать. Вот это у нас стоит пицца 3. Мои любимые еще с Германии, 2. Сейчас скажу, где они тут. 2,75. 2,79. Прикиньте, 3,2,79 и 1,2,99. Как-то так. Сосиски у нас, сосич, ребятки, по 89 такие сосич. Нормальные, одни из самых дешевых, ну, нормально залетают. Это евро 29, 150 граммчиков вот такого вот салями. Написано флаг Германии, типа немецкая, короче. Фаршик полкилограмма, ирландский, это свиной фаршик. Он 2,50 по скидке, что-то такое, 2,50. Не хочу сейчас долго просто искать, ребятки, давайте как-то так. Так, это 35, стоп. Эти, как говорится, желейки 35. Дальше вот такая вот рыбка с перчиком 35, то есть эти как его, закрытая. Вот по скидке вот такая колбаска, я тоже в Германии ее покупал. Сколько она сейчас там? Минус 30%, 87 центов. Вот такие вот чипсы, 49. Я так понял, типа это какие-то воздушные чипсы, 89, так. Вот такие вот набор шоколадочек, тоже ребенку нравится. Не знаю, короче, около 2 евро. Вот такие вот набор шоколадочек. Дальше, хлеб всему голова, ребятки. 1,69 хлеб, другой около евро. Не, тоже не буду уточнять. Потому что долго сейчас буду искать, чек большой, понимаете, не хочется вас отвлекать. Так, вот эти макароны, 70 центов макаронки. Потом кукурузка, 50 чем-то центов, вот это вот, по акции. Моя любимая шоколадочка, евро 20. Так, сыр, 400 грамм сыра, 400 грамм сыра. Вот сейчас я скажу, сейчас буду искать, просто... Сколько оно? Два. Сейчас, мини-порк. Ну, сколько оно? Что-то около 3 евро. Вот, да. 2,90. А? 2,90, короче. 2,90. Вот эти вот евро что-то 20 или 30. Вот такие вот кексы. Ну, на утро пойдет. Так, вот эти вот батончики. Так, вот мне сын подсказывает. Евро 80. Тупо похожи на сникерс, так что смело покупаем. Нормальненько. Так, дальше. Моя любимая паста. Евро с копейками, как всегда. Без нее никуда просто. Хлебушек сюда на базу. Или просто ложка. Так, спагетти тоже 70 центов. Что-то около того. 65-70. Ну, это, понимаете, тут копейки, тут эти, ну, типа, центы, тут ирландцы вообще их не считают, они такое, знаете. Потом, дальше, вот такой, типа, беф, типа, как бы, делать, типа, какой-то гуляшек можно, видите, вот, гуляшек, типа, тоже по скидке 2,50, 400 граммчиков, 2,50, вот, видите, можно с лучком, там, кому как нравится, короче, сделать бодягу. И вот такие вот тоже котлетки. 4 котлеты, короче, на бургеры пойдут, думаю. 454 граммчика. Вот такой вот. Свининки ирландской. Они стоят у нас 2,70. 2,70, ребятки. Вот так вот, вот видите. 30 евро, есть и мясо, и сладкое, и пицца, и все. Ну, вот так вот, короче. 30-ка улетела. Я так по-быстрому вам все рассказал. Расписал. А в понедельник уже встретимся. Я зайду, ребятки, конкретно буду каждый отдел, каждую позицию сниму, покажу. Так что оставайтесь со мной. Все вам расскажу. Еще раз всех с пятницей. Всем мира, добра. На связи. Обнял.